хочется поделиться впечатлениями от нашего общего ожидания, имеется в виду от легкоатлетической семьи, говорящей со спеца легкой атлетики, вот этого важного события, открытия «Динамо», потому что мы радовались объектам, таким как центр фристайла, художественной гимнастики, Минская арена, шикарная, как и бежный спорт. Но легкая атлетика тоже имеет славные традиции, столько медалей олимпийских, столько мы подарили моментов, и, наверное, по праву мы в центре столицы, в центре нашей Родины имеем вот такой шикарный объект. Мы уже были, мы его видели, скоро спортсмены будут тестировать его перед матчем, делать пару разминок, они вам скажут о качестве. Сегодня мы говорим, что это олимпийская дорожка, в Рио-де-Жанейро такая же была, как у «Динамо», то есть это стадион самой высокой категории, способный принимать чемпионаты мира и чемпионаты Европы, и самые крупные соревнования по легкоатлетике. Поэтому огромное спасибо государству за такой шикарный подарок. Мы уже постараемся такой аванс, который сегодня дает сюда, может быть, не самые лучшие времена. Мы знаем, одну медаль с Рио привезли, Лондон безмедальный, но мы не устаем говорить, что у нас есть атлеты, способные бороться за самые высокие медали. И я уверен, что это будет лишним толчком, такой мотивацией еще лучше выступать. И такой дом, легкоатлетический объект, который нам дарят, это большой подарок.